Грей, что вы такое затеяли? Не может быть. Что вам известно о чистокровных? О предках полукровок? Это древние существа, которые такими и родились. Их никто не обращал. Они все вымерли. Напрасно вы думаете, что их... Опорная конструкция обрушилась! Сюда! Какая галантность! Я сражалась с ними в Чханси. Объединенная индийская компания, их агент. Если вы так уверены, представьте доказательства. Подземная система расширяется. Вместе мы сможем это сдвинуть. Я готова. Сюда. Выход там. Стойте. Тут кто-то есть. Рабочие. Тихо. Вперед. Кто идет? Это частная собственность. О, этого я и боялся. Свернул не в тот туннель. Вы кто такой? Еще один заплутавший путник в этом адском городе. Вы не подскажете, где я? Black Wall Yard. Доки индийской компании. О. Конечно, не там, где надо. Ну что ж, возвращайтесь, как пришли. Опять по туннелям. А, но ведь куда проще подняться на улицу, вы не находите? Лезьте назад! Не бойтесь, он отдыхает. Хотя голова потом немного поболит. Смотрите. Вот улица. Город расширяет набережную.
Тут рычаг для переключения веток. Помогите-ка. Я готова. Еще чуть-чуть. Все, стойте. Здесь можно забраться наверх. Хорошая мысль. Там можно перебраться. Осторожней. Не оступитесь. Дайте руку. Сюда. Я отопру ворота изнутри. Так, залезайте. Скорее, патруль может пройти с минуты на минуту. Да подождите же вы! Снайпер! Не высовывайтесь! Я придумаю, как добраться до снайпера! Компании убит! Вперед! Пошли! Цель поражена! На улице никого! Оставайтесь на месте, я с ним разберусь!
чертов ублюдок! Один убит! Патроны кончились! Я прикрою! Это нет времени. Продвигаюсь вперед! Гребаный! Черт возьми! Черт! Заряжаю! Повнимательней! Погодите! Я почти на месте! Вперед! Я под обстрелом! Надо перезарядить! Охранник убит! Вперед! Я обеспечу прикрытие! Тогда не подставляйтесь под пули! Охранник нейтрализован! Вперед! Я прикрою! Держать строй! Не подпускать этих гадов! Проклятый снайпер! Твою мать! У нас потери! Перехожу в тот цех. Позади! Позади!
Лучше. Получилось по-хорошему. Черт возьми, мне не до шуток. Ваши доказательства. Где они? Терпение, рыцарь. Уже скоро. Давайте-ка найдем выход. Согласна. Здесь оставаться нельзя. Нужно найти другой путь. Может, получится открыть с той стороны. Тут еще один вход. Может, подъемник еще работает? Я приближаюсь к платформе. Вроде достаточно близко. Это я беру на себя. Давайте наверх. Попробую достать... Я займусь цепью. Можете дотянуться? Я справлюсь. Рыцарь, сюда! На счет три. Раз, два... Берегитесь! Закрыть дверь, не выпускать их! Заряжаю! Я тебя прикрою!
Не могу вырваться! Оставайтесь в укрытии! Сотрудник компании убит! Угроза миновала. Пока что. Мы ходим от... Сюда. Здесь хватит места, чтобы пролезть. Им не понять. Рани, что он здесь делает? Дэви, не бойся. Говори при нем. Дэви, ну? То же, что на воздушном судне. Груз везут в Америку и Вест-Индию. Сколько? Вдвое больше, чем в тот раз. Наверстывают упущенное. Груз не должен попасть на новый континент. Это не все. Охрана будет на чеку. Его упомянули. Они будут ждать. Мы еще можем успеть. Кого они упомянули? Один из ваших лордов. Если он придет навстречу, тогда сами увидите. Ничего не значит. Лорд Гастингс, казначей Ипер. Он у нас в совете. Да, он в курсе всех действий Ордена. Как удобно, правда? Вы ищете заговор там, где его нет. Взгляните на груз, тогда и поговорим. Рани. Киапку оспевишь вазе. Или мы его убьем. Сюда, Рани. Рани Чханси. Опять я вас удивляю. Прославленная королева-воительница, бросившая вызов нашим войскам в Индии. Говорили, что вы погибли в Гвальяре. Чем больше меня недооценивают глупцы, тем лучше. Я открою. Рыцарь, взгляните на это. Вот. Как раз идет погрузка. Мы не можем позволить им вывести эту мерзость. Скорей! Выход в той стороне. Я думал, в компании больше платят и меньше риска, чем в армии. Все не так. Ну, то есть платят, правда, лучше. Но уж очень неспокойно. Ты пошел. Рани, тут слишком много охранников. Все это мы уже не раз видели. Разумнее будет вызвать подкрепление. Погодите, сначала нужно найти груз. А когда найдем, что надо делать? Разберемся с этим, когда придет время. Пока нужно соблюдать осторожность. Да, Рани. Ну да. Ну, наверное. Увидим.
Дэви, ты будешь охранять наш путь к отступлению. Рани, я пойду с тобой. Мой долг защищать тебя. Дэви, это приказ. Все сюда. Через корабль мы сможем пробраться на главный склад. Я подниму платформу, а вы покараульте. Все, выше не поднять. Садите. Я посмотрю, что там. Очень много охраны. Действуем тихо. Не расслабляться. Если обнаружат бунтовщиков, наша задача их убрать. Есть, сэр. Жду с нетерпением. Скорее. Что? Тут чужаки! Предупредите охрану Гастингса! Эти суки уже здесь! Уводите его, светлость! В лифте охрана. У одного из них вертолет. Охранник убит. Снайпер! Наверху, на кране! Охранник нейтрализ... На палубе никого. Идемте. Я согласна. Думаю, можно пробраться под палубой. На лифте можно спуститься вниз. Я тебя прикрою. Прикрою!
Я тяну за этот рычаг, вы за тот. Готовы? У склада еще бы. Стоп! Куда они все? Черт! Заряжаю! Осторожно! Дрянь! Охранник убит! Идемте. Скорее, перехватите! Поднимаются на борт. Готовьтесь. Придется пробиваться. Они в трюме! И у одного не конек! Черт возьми! В укрытие! Прижмите их огнем, я пошел! Сотрудник компании убит! Отвалитесь, сука! Заряжаю! Я прикрою! Прикройте меня! Я пошел! Есть, сэр! Чертов дискомет! Поражена! Твою ж мать! Сюда. Неплохой выбор оружия. Это как раз не странно. Компания поставляет оружие всему миру. Вам не кажется странным, что охрана порта вооружена до зубов новой техникой? К чему ваши домыслы? Ищем то, зачем мы пришли. Не так ли? Сюда. Я дам знак. Прикрывайте меня.
Никого. Это дурной знак. Тактическое отступление. Значит, скоро вернутся. У нас мало времени. Ну, доказательства. Как скажете. Что дальше? Осмотрите груз. Ищите любые отметки на ящиках. Нам нужны ящики с маркировкой компании. Она должна быть сбоку. Ищите маркировку. Красный штемпель. Нужен такой, до которого можно добраться. Надо спешить. Как бы нас тут не застукали. Ищите нашел. Маркировку. Вот. Видимо, это мы ищем. Помогите спустить. Лом. Смотрите, рыцарь. Вот зло, с которым мы сражаемся. Вампиры. Не верю. Как? Полукровки укрепляют позиции. Благодаря защите ликантропов в ваших краях, Гастингс и его вампиры сеют болезнь по лорд всей... Лорд Гастингс не может быть с ними. Многие в районе Уайтчепел видели, как ваш лорд бродит по ночам, выслеживая падших женщин. Джек-потрошитель. Так его называют. А как, по-вашему, убийце удается так долго избегать сетей комиссара Дойля? Уайтчепел попросту стал их кормушкой. И сколько тут этих тварей? На целый город хватит. Боже правый. Надо уничтожить этот груз. Сюда! Тут есть горючее!
Я подожгу. Готовьте следующий. Это готово. Готово. Сюда. А, больно. Помогите мне залезть. Так. Сейчас найду, как вам подняться. Тут есть лестница. Еще канистра с горючим. Все, этот можно поджигать. Перейдем к остальным. Хорошо. Они спалят, чертям. Бегите, займитесь остатками груза. Я задержу их. Я под обстрелом. Больно. Я перезаряжаю! Охранник нейтрализован! Порядок! Здесь все горит! Я прикрою! Цель поражена! Внизу остались ящики. Нам придется спуститься. Меня, пока я поджигаю ящики. Охранник убит. Уходит. Я тороплюсь, как могу. Вот теперь попляшем. Здесь все горит. Я перехожу дальше. Сотрудник компании убит. Они принесли дискомет! Охранник убит.
Вот и последний. Заперто. Ликантроп! Второй готов. Смотрите, тут есть дверь. Рани, ты там? Дэви, я рада тебя слышать. Рани, ты цела? Да, пока да, но быстрее, надо выбить дверь. Сейчас, сейчас. Я думала, что больше тебя не увижу. Как ты нас нашла? Времени нет. Компания стягивает свои силы к верфи. Пора бежать. Рыцарь, не искушайте судьбу. Наше дело сделано.